вам огромное. Это на память вам наша новая работа «Летопись жизни творчества» Сергея Васильевича Рахманинова. Вы знаете, сегодня вот побывать на вашем концерте публика у нас из Москвы, Пензы, Воронежа, кого я пропустил еще? Мурманска. Вот. То есть, понимаете, люди приехали именно послушать вас. Спасибо вам огромное. Следующий год, юбилейный год Рахманинова. Вы думаете, что нет? Спасибо вам. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за внимание, за то, что вы сегодня были здесь. Для меня очень важна встреча с вами здесь, поскольку я думаю, что каждый из нас понимает, насколько свято это место. И не только для каждого музыканта, но и для каждого жителя нашей страны. Поэтому мой низкий поклон вам за ваше внимание, за то, что вы сегодня здесь. И мой огромный низкий поклон Александру Ивановичу и всем, кто с ним работает. Потому как в сегодняшнее время делать благие дела очень сложно. И это не просто подвижнический труд, это иногда героизм. Я хочу поблагодарить всех, кто с вами в команде. И, спасибо. Конечно, лично вас, потому как это все, это ваше дело. Это спасибо. Спасибо. Я приглашаю вас в Иваново.